французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Аберхофе, Германия. Спортсменка, стартовавшая с десятой позиции, допустила один промах. Второе место заняла немецкая спортсменка Денизи Херман, допустившая четыре промаха и отставшая от лидера на 27 секунд. Третьей стала норвежка Марти Рёйселанд. Жулия Симон.

Лужан Монна, Франция, плюс 1.08 запятая 7, 1, Терезава Борникова, Чехия, плюс 1.12 запятая 9, 2, Ханна Кибенгер, Германия, плюс 1.21 запятая 5, 2, София Шова, Франция, плюс 1.23 запятая 6, 3, Лин Персон, Швеция, плюс 1.27 запятая 3, 3.